В этом видеоролике мы соберем секреты в расколотом мире «Останки надежд». На момент записи видеоролика путеводный компас я прокачал следующим образом. В том числе прокачал частотное эхо. Компас будет отображать мне тайники. В данной миссии их будет 3. Уничтожать барьеры нам поможет лучевая винтовка «Скипетр Агера». Для возможности открывать следующие сундуки, отправляюсь зачищать первый маяк. Первый маяк успешно зачищен. Двигаюсь в обратном направлении. Для того, чтобы увидеть тайники, как и некоторые сундуки, нужно обязательно взять баф «Ясный взгляд». В этом тайнике хранятся записи о посланниках, Брикс. Мы с тремя техноведьмами использовали против него посланников. Мы потратили все наши силы, чтобы создать оружие такой немыслимой мощи. И все это было напрасно.
Для того, чтобы разгадать высшую загадку, я зачищу мобов и подберу релик. Добывают энергию высшего измерения с помощью примитивной грубой силы. Их надо остановить. Активирую кнопку. Похоже, что эти гниющие паразиты нашли способ очищать энергию высшего измерения. Этот тайник корсаров. В нем данные о том, как корсары искали меня среди этих развалин. Подумать только. Мои корсары искали меня даже здесь. Они пожертвовали жизнью, скитаясь среди искаженных измерений. Королева не склонит головы. Я добавлю их жертву к тому времени, которое уже лежит на моих плечах. Как мы видим, без бафа ясный взгляд данный сундук не видим. Подбираю уже очищенную энергию. Отражение той жизни, которую они вели, когда были эликсны. Но провести инженерный анализ подобного процесса и научиться очищать энергию высшего измерения. Они не могли сделать это без посторонней помощи.
выдвигаясь для зачистки второго маяка и сбора следующих сундуков. Второй маяк успешно зачищен. С этого места начинаются мини-квесты для следующей высшей загадки. Значит, у презренных есть ритуальные поединки? В культуре Эликсни ничего подобного нет. Неужели они создают свою собственную? Для получения следующих кодов доступа нужно уничтожить определенных мобов в определенных местах. Одна из моих техновений оставила данные в этом тайнике после битвы у Сатурна. На нем мое имя. Она пыталась связаться со мной силой своей воли. Она вошла в это измерение и призвала меня. И в каком-то смысле добилась успеха.
Успокойся с миром. Королева услышала твой зов. Еще один ключевой моб уничтожен. Коды доступа успешно получены. Возвращаясь к высшему сундуку. Этот сундук без бафа «Ясный взгляд» тоже не видим. Что-то вроде суда поединка. Страж, это напоминает мне ваше горнило. Эта пародия на живых существ сбрасывает с себя кожу прошлой культуры. Если презренные учатся и меняются, то во что они превратятся? Далее я заберу высший якорь, который спрятали в затекстуре. Делать это не обязательно. Всем удачи на этом. Всем пока. Значит, у презренных есть ритуальные поединки? В культуре Эликсни ничего подобного нет. Неужели они создают свою собственную? Ликвидируй этих паразитов.